Выставка Константина Двелина, художника из Новокузнецка, как кратко он себя представляет, это есть тема для рассуждения, есть для удивления, для какого-то восхищения, наверное, просто то, что, а как это можно сделать, насколько он поражает и удивляет, поэтому стоит идти сюда и прям... Ну, надо сказать, что выставка продлится практически 2 месяца, но время летит очень быстро, поэтому нужно прямо в первые дни, что называется, как всегда, собираться. Мы ждем вас и будем очень рады.